Всего хотелось бы начать реставрацию и противоаварийные работы лишь... По предложению Владыки мы собрались и организовали фонд для того, чтобы вот эти самые порушенные, невосстановленные храмы, наши святыни, все-таки преобразить. Церковь была построена в 1550-560 годах. По преданию существует, что здесь проходил Иоанн Грозный на Казань, и то, что по своему обету, где он останавливался, то там после победы устраивал храм.